Всех приветствую на канале Ярославский огород. За окном 20 октября. И сегодня можно уверенно говорить, что капуста сорта Мегатон F1 созрела. Но для того, чтобы она стала более вкусной, ее необходимо подержать на морозе до минус 5. Как раз послезавтра у нас обещают такой заморозок. Потом, правда, ливневые дожди и плюс 15. Погода творит чудеса, но в конце октября, я думаю, капусту уберу. И обязательно покажу вам результат. Потом на канале выйдет большой обзор на этот сорт. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Новые видео каждую пятницу в 20:00. Всем пока и удачи!